завтрак. Сейчас будем все блюда расставлять по тарелкам. Будем провожать Старый год, да, девчонки? И встречать Новый год. Да. Ура! Давай маме ручку. Ну кто-нибудь начнет вообще речь? Друзья, с наступающим Новым годом! Уже с Новым годом! В многих регионах уже наступил Новый год. Да! А у нас скоро наступит, время на часах. В Москве скоро наступит Новый год. Мы сейчас провожаем Старый год и ждем Новый. 23-й год. Это будет мой год кролика. Я кролик. Да, девчушка моя любимая. И ты еще одна моя любимая дочечка. Так, тесто у меня уже готово. Мы сейчас с дочками будем готовить новогодние прянички. Так, тесто сейчас обверну в пищевую пленку и поставлю его в холодильник на 30 минут, и дам ему отдохнуть. А здесь у нас папа варит холодец. Холодец на завтра, на Новый год. Сейчас вам еще расскажу, какие блюда будем готовить завтра на новогодний стол. Девчонки, урок мастерства, да? Да. Что мы сегодня делаем? Расскажи. Ничего себе! Ты ёлочка? Ну что ты делаешь? Я делаю пряники. Да, и рассказывай. У меня пряничек получился красивый. Да, вижу, доченька. Сейчас, Софушка, по ним ручку. Кто это у тебя такой красивый получился? Это Зайка. В него посыпали. Как присыпка. Это? Присыпка, да. И глазурь. И глазурь, да? Всю глазурь разобрали, вот только была голубая, бирюзовая. То, что нашли в магазине, купили. Вот такая присыпка. И вот у нас прикольные, веселые новогодние прянички получились. Фишка у нас тут уже зайчика сломала, ушко ему оторвала. Ну ничего. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки днем. Елку завалил. У нас Новый год!
Праздник! Ура! Доченька, подойди к маме, пожалуйста. Новый год! С Новым годом! С Новым годом! Вас всех! Ура! Пусть наши все мечты сбудутся, всех благ нам, мира и добра. И пусть и наши желания, мечты, самые заветные, сбудутся! Чтобы все подписки были! Давай, Димуля! Папа, открывай шампанское. Софишка! Доченька, потерпи, зайка! Давай, папуля! Наливаем! Скорее, загадываем желание! Скорее, зай! Себе наливай! Хочу, чтобы мамочка была счастлива и здоровая! Ты моя девочка любимая! Давайте! Чокаемся! 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 Подождите, загадываем желание! Сейчас закончится сторис! Я уже столько много желаний загадала! Заставляю Софишку поесть. Вот так вот нас кормят в больнице. Ну, скажу вам, неплохо. Вот у меня суп с вермишелью на курином бульоне. Софишке принесли суп рисовый с мелкошинкованными овощами. Ну, что, губки накрасить? Губки маленькие.